Сейчас включу все лампы. Все лампы, смотрим в тепловизор. Разница по нагреву. Но если люминесцентная лампа еще только нагревается, энергосберегайки, светодиодные, они вообще холодные. Лампы накаливания, они уже полностью нагрелись до 240 градусов. Вот так светят три вида ламп, аналоги, то есть они одинаковы по отношению степени освещенности. 95 ватт лампа накаливания, 20 ватт энергосберегайка и 12 ватт светодиодная лампа в нижнем ряду. Вот так это выглядит наглядно. И вот так это выглядит в тепловизоре. Разница в нагреве. Потребляемый ток 15 ламп, почти 3 ампера. Так, ну вот это испытание пока я заканчиваю. Буду переходить к следующему.